Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War 3 часть, продолжаем наше эпичное приключение. Кратос бежит и идет в очередной коридор. Сейчас посмотрим, ребята, где-то здесь была дверь, вернее не дверь, а проход, вот он. И наша задача найти Пандору, которая может нам открыть ящик Пандоры. Наверх. О, походу далеко. Бежать высоко. Ну ладно, Кратос пока разомнется. Давай, заходи. Вон кнопочки от джойстика нарисованы. Ну-ка давай подойдем, попробуем почитать, что тут хотят от нас. Когда меч займет верное положение, ноты встанут на свои места, и музы покажут вам путь. Ну давай. А, подожди, надо R1 нажать. Поиграем маленько. Чё, ты нормально же я играл? А, вот путь показали. Ну, полетели наверх. Включаем крылья. Эй, я не допрыгнул. Чё у нас с жизнями? Давай восстановим чуть-чуть, можно. Да прыгай, ну чё ты, надо было лететь всего лишь. Еще раз. Вот. А здесь что за загадка-то такая, а? Ну повернуть. Надо меч собрать, похоже. Крути еще, что-то не то у нас получилось. Ну-ка еще покрути. Ну не знаю, может быть вот с этого... А, ну вот меч начинается. Меч здесь... Вот здесь что-то не то стоит. Ну, что-то я не пойму, что делать. Вот, наверное, продолжение меча. Звуки странные, как будто гитара настраивается, натягивают. Вот, меч. И крайнюю, наверное, должен быть острие клинка. Получается, там слева рукоять, здесь острие. Вот и все. Теперь надо пойти поиграть. Давай, включай по новой. Чё-то был расстроен инструмент у нас. Сейчас будет нормально. Да вроде нормально же все нажимал. Или что, все получилось? Что-то открылось, да? Смотри. Или нет? Давай еще поиграем.
Почти. Блин, да сложновато как-то тут все получается. Давай еще раз. Блин, не то, там квадрат и крест надо было. Ладно, давай еще раз. Попал? Попал, блин. Блин, не то в конце, прям почти чуть-чуть. Давай еще раз. В этот раз попаду. Ура! Я прошел, ё-моё. С 15-тысячного раза, но прошел. Пламя закрыли, наверное, пламя сейчас потухнет. Ну-ка, ну-ка, что происходит-то? А, смотри, рычаг появился. Который мы так и не могли найти до этого, что он был. Без рычага. Вот здесь что-то нажать надо. Вот, поехали на лифте вниз. Сейчас, наверное, сразу там в той комнате и окажемся. Но все правильно. Показывают рычаг вот этот, надо дернуть. Пошли наверх. Рычажок, рычаг. Давай-ка дернем побыстрее его. Долго мы ходили здесь, бродили, все никак не могли его дернуть. А, подожди, крутить надо. Как крутить? Покрутили. Вот силище богатырское-то, да, у Кратоса. В одиночку все крутит. Цепь вон мощную сдвинул. Скоро, походу, пламя вот это уберется, и мы откроем ящик Пандоры, наконец-то. Эй, подходите, ребятки, кто? А, вас трое здесь, я думал, двое. Ну, чем больше, тем лучше. Больше опыта дадут. Так, ладно, ребята, в этот коридор мы пойдем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем удачи и всем пока!